Друзья, всем привет! Сегодня в этом видео так коротко моментами покажу предпродажную хорошую подготовку автомобиля. Что значит будет делаться? Первоначально, конечно, хорошая мойка, очистка глиной, двухфазная мойка, очистка глиной, обезжиривание всей поверхности, подготовка под полировку. Также мы красим здесь капот, передний бампер. Окрашиваем лишь потому, что на капоте есть незначительное повреждение и сколы. На бампере три окраса друг на друга, куча сколов, трещинки кое-где, микротрещины именно по краске. Надо переделать, перекрасить. Красим капот под толщиномер. По итогу посмотрим, на что мы вышли, что мы смогли сделать. И полировка с нанесением жидкого стекла на кузов и антидождя на стекла.
Thank you.
Что мы в итоге получаем после проведения всех этих работ? Хороший блеск на кузове, защита на 10-15 моек от задерживания на ней воды с грязью. На зиму это идеальнейший вариант по подготовке. Давайте померяем лакокрасочное. Было в районе 100 у нас, я попадаю в 90. 80, прям вообще тоненько. 77 87 97, то есть в среднем в районе сотки колеблемся. Давайте глянем, машина уже чуть запылилась. Заводской 110. Ну, завод чуть больше, не пойму. Я использовал здесь грунт мокрый по мокрому автолевел, два слоя, полтора слоя краски и полтора слоя лака МС-405. Да, в районе 90. Но это хорошо. Это, в принципе, хорошо для ремонтного окраса. Ничего себе, 120. Затем вольвак потолще чуть-чуть идет, чем привычные нам автомобили. По полировке. По полировке применяли первую пасту Cartec 3000. Замечательно себя показывает, мне очень нравится. Далее Automagic PS2, PS3. Обезжиривание и нанесение жидкого стекла на зиол, на кузов, и антидождя на зиол, на стекла. Весь рабочий процесс меня занял 3 дня. Полдня первая подготовка автомобиля вообще к полировке. Это мойка, чистка. Далее полдня у меня ушло, чтобы снять капот и бампер до основания. Следующие полдня — это окраска и первичное начало полировки. И следующий день — до полировка, нанесение
составов защитных и сборка. 3 рабочих дня автомобиль полностью подготовлен к дальнейшей его реализации. Начернены резина, весь пластик, все пластиковые элементики, все обработано составами Автомэджик. Буковки. Кто-то задавал в инсте вопрос, зачем буковки заклеивали. Затем, чтобы не ушатать хром. Потому что мех, микрофибра, ну поролон не так их трогает, а вот мехом и микрофиброй можно запилить торцы и будет светиться пластик. И для этого все заклеивается скотчем, все запечатывается в пленку, стекла, чтобы по минимуму летело в резинке. Да, это занимает много времени, но на выходе получается довольно-таки хороший результат. На этом у меня все. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментарии. Я там стараюсь отвечать на все, что вы спрашиваете. Я желаю всем удачи. Красьте в цвет, красьте в толщину, полируйте в стекло. Всем пока.